Два года колонии и запрет управлять машиной. В Караганде вынесли приговор водителю, который зимой совершил наезд на 12-летнего ученика 6 класса Нурсаята Кайрата на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Манжолова. ДТП произошло в 7:47 утра 6 февраля на пешеходном переходе по улице Манжолова, когда мальчик направлялся в школу. Ребенок прошел половину дороги и ступил на вторую половину. В это время его сбил внедорожник, протащив несколько метров. Ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти ребенка врачам не удалось. По словам 51-летнего водителя, он не заметил пешехода, поскольку было еще темно. Тогда говорили, что водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Незадолго до трагедии на опасном участке случались наезды, и люди просили принять меры. В настоящее время переход убрали. Подсудимого признали виновным по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, а также лишили прав управления транспортным средством сроком на 5 лет.